Welcher? Der Chaya? Chaya, ja. Muss hier irgendwo sein. Der wird hier irgendwo sein. Du weißt, wie ich meine, oder? Das ist die Knopflochdekoration für das EK. Aber passt nicht zusammen, weil hier ist das grüne orangene Band und das ist das dadurch verarscht, das ist das Band zum Kriegsverdienstkreuz. Das hat er nie benutzt, das hat er gar nicht. Ja, das ist Kriegsverdienstkreuz, nicht eisernes Kreuz. Ja, pass mal auf. Was spielen wir jetzt? Ich wollte, ob du die da hast. Ja. Oder im Auto. Im Auto. Weil sonst hätten wir gucken können, ob es etwas größer ist, ob es die 47er Variante ist oder nicht. Was kostet diese Nagel? Das ist Polizei. Erster Weltkrieg höchstwahrscheinlich. Mhm. Schade. Schade. Hast du noch was dabei? Nein, so ein Schmatz leider. Nee, sag du wolltest. Nee, das andere habe ich nicht tragen können. Ja, das sein könnte, dass du noch was dabei hast. Das ist Silber. Aber traurig. Das ist ein Traumzustand. Das andere auch. Das ist, warte, ich sag's dir gleich. Ja, vom Herzog Karl Eugen noch. Das war auf, ich sag's dir gleich. Das war auf entweder seine Krönung oder auf die Geburt von seinem Sohn. Ich weiß es nicht. Aber du musst Alter sehen. Ist halt, ja, die späten. Hast du Interesse? 70 kann ich machen. Ja, wie gut. Soll ich sie mal draußen lassen? Lass mal hier liegen. Ja, lass sie. Ich mach das. Ich war 93 Jahre. Pro Stück 10. Das ist ein Pokémon. Приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала. Итак, я сегодня сходил в клуб нумизматов города Штутгарта. Сходил я в первый раз. Для меня это было как бы большое удивление, что у нас такое существует. Я не знал про него. Случайно встретился на блошином рынке с одним человеком, познакомился с ним. Мужчина с Сербии. И он сказал, что он является председателем клуба нумизматов города Штутгарта. Дал мне свою визитную карточку, пригласил. Они, оказывается, собираются каждый четверг в одном из районов, снимают зал. Вход стоил 3 евро. Но в первый раз как бы для посетителей вход бесплатно. И он меня пригласил, и мы с приятелем сегодня съездили. Остались мы очень довольны. Он купил какие-то монеты, я купил монеты, которые я монеты купил, я вам сегодня хочу показать. В принципе, я взял, ничего такого особенного я не брал, потому что я как бы, не знал, как бы ехал, не взял с тобой много денег, хотя было что взять. Но, тем не менее, пару вещей надо приобрести. Ну, давайте начнем. Я вам сейчас все покажу, расскажу. Пока я не начал, хочу всем еще раз напомнить и попросить подписаться на канал, кто не подписался. А я начинаю. Итак, первые две монеты, которые я купил, это вот такие вот десятибарочники ФРГ. То есть до ввода евро. Они все еще в запайке в банковской. Монеты сделаны по технологии Proof. То есть они... И заплатил я за каждую по 7 евро 50 центов. То есть они серебряные. И если я пойду просто в банк, то есть у нас можно пойти в банк и поменять еще старые марки на евро. Как бы, по-моему,
курс такой, что за 5, за 10 марок дают 5 евро, и за 5 марок, соответственно, 2,5 евро. Ну, я вот купил две таких по 7,5 евро, потому что они в интернете на eBay где-то стоят в районе 12-15 евро. Ну, в запайке я еще не посмотрел, но я думаю, евро 15 их можно будет продать. Вот купил две таких монеты, за 15 евро обе я отдал, то есть 7,5 за монету. Также я нашел сегодня вот такую вот, 20 копеек в штемпельном блеске, 25-го года, билон советский. Вот можете посмотреть. Купил я его, видите, цена 8 евро, но я поторговался и отдали мне ее за 5 евро. Вот такая вот монетка сегодня досталась мне. Довольно неплохая, я в принципе доволен. Также я купил еще один трехмарочник. Это 1912 год, Баден. Монета тоже в штемпельном блеске. Не прям, конечно, МС-65, но тем не менее очень приятная такая монетка. Заплатил я за нее 30 евро. Видите, они лучик бегают. Просили 35, ну, после короткого торга отдали за 30. В принципе, она столько и стоит. То есть, если вы хотите купить подобную монету, как бы, ну, может быть, не такую, чуть похуже, вот она будет стоить 30 евро. Как бы это, я не знаю, я буду продавать еще. Или пусть пока полежит, когда немножко цена поднимется. Ну, посмотрим, не уверен. Но я думаю, конечно, со временем буду ее продавать. Вот такие вот я купил трехмарочник за 30 евро. Купил я также медаль в оригинальной коробке, вот видите. Это медаль Чехословакии. Тут вот остался ценник, за нее просили 16 евро. Это медаль ветерана борьбы с нацизмом. То есть они есть нескольких степеней. Я вот не знаю, по-моему, это вот бронза в посеребрении. То есть я купил эту медаль за 10 евро, но они недорогие. То есть как бы я видел, что продаются по 30 на eBay. Ну вот такую вот медаль, ну просто не знаю, я купил из-за коробки. Из-за того, что она, по-моему, даже не ношенная. Вот такая вот медалька. И также я купил еще такой знак. Он полностью серебряный. Я не буду, ну я его переверну, только закрою. Как бы здесь вот есть, видите, свастика. Я ее не буду показывать, чтобы не вызывать никакие реакции. Вот тут написано, что это победа, первое место за гонку в регате. То есть это город Киль 36-го года. Знак полностью серебряный. Я его, правда, не взвешивал, но отдал я за него 25 евро. Я так понимаю, это с какого-то кубка содрали, скорее всего. Ну, вот такая вот вещь. Не знаю, 25 евро. Дорого это, дешево. Можете мне поправить. Вот видите, там клеймы стоят. Вот такая вещь. В принципе, там было что посмотреть, было что купить. Я как бы обязательно буду еще раз туда и еще раз посещать. Там даже можно продавать, можно как бы бронировать столик, платить за него 4 евро. И можно, в принципе, прийти со своими планшетами и разложиться, и продавать спокойно. То есть, если вы хотите просто зайти, то вход стоит 3 евро, а если вы хотите что-то продавать, то нужно платить уже 7 евро. Клуб как бы работает каждую неделю практически, каждый четверг. Они собираются на пару часов вечером с 5. Кто живет поблизости, подъезжайте, там можем познакомиться. Вот такие вот покупки на сегодня. Еще раз вам покажу. Пишите ваши комментарии. Дорого, дешево. А так, спасибо за внимание. Всем пока.